О нет. О нет. Эта кирка не может его копать. Ладно, у меня есть решение. Что? Что со мной? Господи! И этот мир встречает меня рассветом. Ну и хмыканьем. И курицами. Ну, в общем и целом, неплохо, конечно. Окей, привет, дьюдс. Давайте проведем небольшой интерактив, как в прошлом эпизоде. Второй эпизод GregTech New Horizons посмотрел 51 дьюд. Бойс. Мои аплодисменты. Оставили некоторое количество комментариев, очевидно, я их все сейчас тоже покажу на экране. Шлеп. Продолжаем играть, бойс. Дьюдс. Продолжаем играть. Что-то мне не нравится, как скроллится эта штука. Ну ладно. Почему-то я не могу перемещать ее. Тек. Приготовленный, пожаренный кирпич. Он у меня тоже уже есть, к тому времени, как я загрузил этот мир, уже все приготовилось. И мне предлагают сделать кирпичи, которые, уж точно не знаю, но, по-моему, они делаются банальным крафтом. А, возможно, нужна вода, да? А, нет, все просто делается дешевле. Вот так вот. Я тогда, чтобы лишний раз не переживать, сейчас просто где-нибудь здесь вылеплю эту печку. Пускай работает. Где-нибудь, может быть, вот здесь вот даже. Соответственно, потом я ее выкопаю, перемещу, еще что-нибудь. Сейчас просто у меня базы нет как таковой. А инструментов... Инструменты грустные, собственно, поэтому... Пускай пока что будет здесь. О нет. О нет. Да ладно тебе. Ну привет. Эта кирка не может его копать. Нет. Ну блин. Ладно, у меня есть решение. В каком-то из эпизодов я выбил себе голову крипера. Собственно, его можно использовать для апгрейда другой кирки. Тут как раз мне предлагают сделать еще одну кирку, поэтому... Чего бы нет. Единственное, что я бы, наверное, место все в инвентаре немножечко прибрал, а то совсем грустно все. И здесь все выложу лишнее. Окей, инструменты, значит. Мне нужны... 4 бланк паттерна. Как очевидно, как в прошлой серии, я не пойду сейчас добывать себе новую бумагу. Я просто получу награду за прошлые квесты, и, собственно, с них я и получу эти паттерны. А, можно мне, пожалуйста, уснуть? Уже темно. Уже спать пора. Вот, за этот квест мне дают пару паттернов. Забираю здесь один паттерн. Был ли еще один паттерн? Был ли еще один квест на паттерн? Вот в чем вопрос. К сожалению, мне придется все-таки отправиться на озеро и сделать себе еще некоторое количество бумаги. Больше вы не пройдете, пока не получите бумаги. Недолго мне еще придется ходить на это озеро, потому что в ближайших, совершенно ближайших квестах я соберу себе водонакопитель. И, собственно... Смогу совершенно спокойно получать воду, не отходя от базы. Так, это сюда. Погоди, а для чего я в прошлый раз собирал песок со всем этим делом, с гравием?
Я что-то на что-то его пользовал, нет? Что-то не могу припомнить. Я его еще не пользовал ни на что, правильно? Ладно, разберемся. Итак, я на базе. Собственно, скрещивая 4 бумажки, можно получить один паттерн. То, что нужно. Pickaxe head, axe head, tool binding и shovel. Мне это все должно быть. Где-то, вроде бы. Может быть и нет. Ну, плюс-минус должно быть. Так, байндинг вижу. Там нужен еще топор, кирка и лопата, насколько я помню. Давай в соседние билдинги загляну. Возможно, там лежит. Тут тоже нет. Так, вижу для кирки. Вижу для топора. И вроде бы нужна еще лопата. Да, значит, лопату придется сделать. Это не проблема. Готово. Теперь мне предлагают отнести ему флинт хэт. Хэт. Один байндинг и 3 палки. Ну все, готово. Найс. Теперь могу сделать вторую кирку. И сразу апгрейдить ее. Железо. Окей. Что? Почему она? О, господи. Что за лузер? Невероятно. Хорошо. По всей видимости, все немножечко сложнее. Придется делать еще один кирпич. Или, ну да. 5 песка, 3 клея. Это будет мой фил-кирпич. Его можно в рамку будет повесить. Посажу пока что саженца. Окей. Да здравствует печка. Почему-то она не сформирована. Чего? 3 на 3 печка, полая внутри. В чем прикол? Почему она? Че с ней не так? И тут из-за этого блока она не хочет формироваться или? Все блоки заполнены. Это странно. Так ее можно ломать. Окей. В таком случае сейчас я разломаю, погляжу, что к чему. Сейчас какой-то бардак. А сейчас она работает. Представляете, что я не понял, что случилось, так что... Сюда можно смело закинуть дерево, оно должно перерабатываться. Найс. Ну, в общем и целом, мне предлагают добыть немножечко угля, который... Ну, минут через, наверное, 5 будет готов в этой печке. Пока что имеет смысл обойти территорию, посмотреть, что к чему. Возможно, некоторые из моих бушей выросли. Как, например, вот эти. Хотя, может быть, их оставить пока что. Нет смысла. Нет смысла их оставлять, потому что не в любом случае по всей территории их выращивать нужно. Места тут вроде нет в этом поселении. Вроде тесно мне. Забора, блин, не напасешься. Тек. Пайнэпплы тут растут. Что-то у меня здесь в киллов нет. Вообще надо всю территорию деревни бы осветить, а то так не дело, конечно. Господи! Как
Господи. Убийца! Окей, полагаю, квест номер один сейчас это... отойти подальше от базы. И позволить... позволить ему задеспавниться. Мне такие соседи не нужны. Я куда-нибудь пойду прогуляюсь в противоположную сторону от него. Не уверен, сколько именно блоков ему нужно. Порядка, наверное, 4 чанков точно. К слову, о коровах. У меня был квест на убийство коров. 6 штук. Хороший повод. О, кстати, нужно их убивать киркой, потому что... на ней удача зачарена. Так, сейчас посмотрим, кто здесь живет. Должен, по идее, гоблин жить. Может, чем полезным торгует? Хорошо. Я думаю, тебе не нужен колдрон. Мне, возможно, тоже не нужен, но тебе это уж точно он не нужен. Как несложно было догадаться, приоритеты немножечко сместились. А, и освещение деревни является около первым приоритетом, чтобы больше таких внезапных подарков не появлялось. О, это... тут у меня, оказывается, был кузнец. Из всех домов, которые тут есть, этот щедрый крипер убил моего кузнеца. Невероятно. Невероятно. Так, этот квест завершил, здорово. Основной квест сейчас добыть угля, который должен был сделаться вот в этой печке. Отлично. Я предлагаю добыть немножечко кобблстоуна, который позволит мне улучшить кирку. Наверное, чтобы просто так вокруг да около не ходить, я буду продолжать добывать тот уголь, который у меня прямо посреди деревни находится. Но, между прочим, сейчас сначала посажу резиновые деревья и попробую осветить деревню. Все-таки куда более насыщенный вопрос, как по мне. Раз, два, три. А здесь что случилось с саженцем? Я... что-то не уверен. И здесь как-то я немножечко обсчитался. Черт. Попробую осветить большую часть деревни. А почему меня не стреляет? Мы типа помирились или я уже мертв? Окей. Ну хорошо, большая часть деревни уже освещена, уже всяких... о, господи. Глупости происходить не должно. Единственное, что сейчас вот эту яму тоже освещу, потому что тут очень много желтых крестов. Клопу, кстати, мне тоже понадобится, поэтому неплохо было бы его посадить. Притом он понадобится в таких приличных количествах. Наверное, я... где-то у меня он был, кстати. Все, вперед. На раскопки. Нужно. Мегатонна. А забавно было бы, да, так в центре деревни карьеру строить. Хотя толку от этого карьера. Тут же ресурсы распределены таким образом, что карьеры бестолковые. Что их нужно копать именно. Грубо говоря, алмазы ты не найдешь в железной шахте, поэтому... поэтому бестолковые. Окей, сейчас уже должно быть достаточно. Nice, boys. Железная голова кирки. Very nice. Только проблема железной кирки в том, что ее нужно чинить железом.
Наверное, даже знаешь, я уголь опять сразу пережарю. Пригодится. Байдинг, возьму палку и... Награду я не забрал. А, мне нужно здесь еще выбрать либо топор, либо лопату. Я, наверное, не сложно определиться. Железную лопату, наверное, можно было... А, нет. Я возьму лутбэк. Хотя они бестолковые, я все равно возьму лутбэк. Пара новых инструментов. Ура! Кирка. Бу. И лутбэк давай открою. Бум! Красители. Зачем я его только открыл? Мне и так места нету. Всякие красители еще складывать. Туда-сюда я распотратил все свои ресурсы дерева, поэтому... Сейчас сделаю небольшой перерыв и... Опа! Пойду соберу немножечко дерева. Уж очень оно мне нужно. Фух, почти сколько стаков? 6 стаков дерева. Ё-моё. Неплохо. Пока я рубил деревья, там уже заново они выросли. Черт возьми. Так, собственно. Я хотел посмотреть, как дела обстоят с мной посаженным хлопком. Не доставляет ли он мне хлопот? Так, 5 и 3 стринги, вроде бы они у меня там есть. Сейчас посмотрим. Одна нитка здесь. Больше у меня нету. Но вроде из этого хлопка можно сделать больше ниток. Сейчас посмотрю. Окей. Да, вот они. И в следующем квесте мне предлагают сделать перчатки, которые на самом деле очень важны. Потому что, чтобы перетаскивать с молтаря ведра с лавой, в этом паке просто must-have иметь перчатки. Потому что лава жжется. И, собственно, мне обжигаться совсем не кстати. Учитывая мое положение. Поэтому давай. Попробую я скрафтить эти перчатки. Нужно 6. Куда-то я не туда нажал. 6 вот этого хлопка, который требует 5 ниток для каждого. То есть это 30 ниток нужно просто так. Окей, значит нужно... Пойду засажу всю поляну целиком. Пускай растет, мне нужно много. Так. Ладно, этот квест тогда пока что откладывается. Тут есть... Вот, тут уже есть квест на букшелф, но я не могу пока что сообразить. Однако, что я могу сообразить, это... Смелтери. Сделать себе чертову смелтери. Учитывая, что следующий квест у меня искать руды, мне же нужно их где-то переплавлять, правильно? Поэтому... Давай я посмотрю, что там к чему. Мне нужна целая куча песка, клейдаста. Ну, гравий у меня вроде есть. Хотя нет, гравий я тоже вскопал. Все, я понял. Нужна целая куча гравия, целая куча угля. Песка и целая куча глины. Один блок глины делает мне один кусочек пыли. Мне нужно 82 блока глины, соответственно, скопать. Хорошо, тогда, знаешь, я отправляюсь к реке. И буду там собирать ресурсы, потому что в реке обычно много всего. Туда, в сторону пустыни направлюсь. Там, если что, я песка возьму. Я, к слову, подумываю запустить параллельную серию видосов по другому модпаку. Не уверен еще, как я к этому отношусь. Сборка называется Minecraft Billionaire. Там какая-то история про то, что ты работаешь на корпорацию. На твоей планете ресурсы истощены. И ты пошел на другую планету добывать ресурсы и продавать их своей планете. Что-то такое. Отлично. Я думаю, мне этого хватит. Слизневый остров. Это прекрасно.
Видно его здесь? Ну-ка. Нужно его отметить, он мне пригодится. Там про еду что-то писали. Плюс я знаю, что с него резина добывается выгодно. Это хорошая находка. Пусть и случайная. Не знаю, достаточно этого или нет. Давай посмотрим. Нет, недостаточно. Давай смотреть, сколько здесь не хватает. Так, это 70, это 80. Еще 4 штучки нужно. И мне предлагают сделать грута, который делается с помощью воды. Это значит, что будет колоссальнейшая вылазка к озеру. И там нужно провести будет килограмм времени, чтобы превратить все это в грют. 42 ведра мне понадобится перетаскать сюда, чтобы все это дело наполнить. Не клево, конечно. Погнали! 42 ведра. И последний ведро. Бум. Я вот сейчас размышляю, тут же для лука нужны особые стрелы, правильно? Обычные же не подойдут? Что-то мне подсказывает, что обычные не подойдут. В этом случае, наверное, мне будет использовать вот эти вот кидательные ножи, потому что для лука все равно нужно стрелы будет крафтить постоянно. Так какой смысл крафтить стрелы для лука, если можно сразу крафтить ножи, правильно? Даже если неправильно, неважно. И получается кидательные ножи. К сожалению, они не стакаются. Это не очень клево, но зато у меня есть оружие дальнего боя. Что очень даже здорово. Чтобы сделать кирпичи, мне понадобится... Их нужно крафтить именно? Да. Мне понадобится опять целая куча воды. Блин, не клево. Фаусеты делаются из 5 бриков. Мне нужно 2 фаусета, да? Угу. Канал делается так же, только дороже. Теперь дрейны делаются с помощью каналов. И бейзин делается из кирпичей. Ее точно нужно крафтить или можно так обойтись? Да, нужно именно крафтить. И завершающий квест — это, соответственно, сделать камень в печке. Так, ей не хватает тенка, который я могу поставить. Можно прям рядом, в принципе, его поставить. Все, печка рабочая. Найс. Спасибо за внимание, YouTube, и пока. Пока, дивс.